Самое смешное, что здесь ни капли постановы. Милана реально ни разу за весь ролик еще не получила сладость. Как так, Милана? Всем привет! Сегодня мама закатила целую истерику на дом, то, что хочешь чего-нибудь вкусненького. Ой-ой-ой, а Милана вся изворчалась, потому что ей нужна канцелярия. И папа сказал, что знает, что делать. Ладно, давайте посмотрим, что из этого выйдет. И что это значит? В одной из них лежит еда шоколадная, а в другой канцелярия. Канцелярия будет и здесь, только одна будет съедобная, а другая нет. А, я поняла, типа шоколадная вес настоящая, да? Ну да, только вам осталось выбрать, кто какую часть уберет. Кто, давай, кто маленькую, а кто большую. Я большую. Давай сравним по размерам, у тебя тяжелая? Да нет. Ну-ка, дай. У тебя тяжелее, чем у меня. Блин, там по-любому шоколад. Ручка же легкая. Готова? Да. Раз, 1, 2, 3. Вау, прикольно. Это можно есть? Я не знаю. Что-то из этого можно есть. В смысле? Ну, это настолько... Я рискую. Да не надо, ты чё? Вдруг это еда? Давай по запаху. Вот это пахнет шоколадом. А вот это пахнет... Вообще-то невкусно. Слушайте, как они классно смотрятся. Они настолько... Ну, прям натуральные, Милан. Чё, вкусно? А кто-то ворчал вообще-то. Так что вкусняшки мои, иди давай, рисуй отсюда. А вы вообще догадались, что вы кушаете? Мелки. Да, конечно. Это очень вкусный шоколад. Ну блин, ну реально очень похоже, ребят. В следующем раунде, как и договаривались, выбираю я. Я выберу себе... Давай в этом раунде выберу я побольше. А ты поменьше, блин. Готова? Давай. Раз, два, три. Опа. Ну блин, что это? У тебя такая реакция просто классная. Все, как ты хотел. Милан, у тебя канцелярия, у меня шоколад. Так, давайте сравнивать. Ну, я так скажу, не один в один, но, наверное, будем честны, лучше, чем когда мы готовили с тобой. Ну да. Кстати, кто не смотрел, переходите, пожалуйста, вот, по ссылочке. Да, мы-то знаем, что канцелярию готовить, это, особенно это очень тяжело. Фигурную, не так легко. Мне его жалко откусывать. Смотрите, тут даже прорисованы болтики. Да, этот шоколад вкуснее. Алло! Я не заметила, как осталось без сладкого. С просто с циркулем. Давай, папа, следующую сладость. Я уже вам что-то принес. Вот это. Большое. Ты хотела маленькое в прошлом раунде. Милана смотрит по папе, пытается понять, большое? Такая. Я ее не подсказывал. Он так что-то... Как сделал? Я не знаю, это я так, шея у меня что-то там хрустнула. Маленькая. Нет, большую. Что там? Раз, два, три. Блин, люблю эту жизнь. Дорогой дневник. Слушайте, ну так-то прикольно. Конечно, объем не такой же, но вообще, в принципе, интересно, что вот это получилось тоже зелененькое, да? Класс, мне нравится. Я запрещу. Я согласна. Сладко жить не запретишь. Я на правильном питании. Вода. И канцелярия. Да, и канцелярия. Ну что ж. Канцелярская диета, все уходит. Так, ну что, я принес, почти стоит вот ваши кастрюлечки. Я выбираю маленькую. Мне кажется, что самое сладкое здесь. Да понятно, уже по весу, блин. А, готова? Да. Раз, два, три. Я просто знаю. Просто голодный. У меня просто нюх, понимаете? Когда он уже вставит эти тарелочки, а там оттуда уже вот дымок. Давайте сравним похожие цвета. Ну, как минимум, вот эти. Кстати, это шоколад. Ну, мне кажется, визуально очень сложно определить. Ну, зеленый просто тут разный зеленый. Милан, кстати, это прикольно для пранков. Вы сидите и рисуете, там у тебя одноклассница сидит, твоя рисует. Ты такая. Ой, что я проголодалась. Так, перемены давно не было. А ты что, уже съела?
Да? Ну, очень, кстати, похоже. Интересно, даже можно писать. Что вкуснее, чем вчерашний или сегодняшний шоколад? Пока на самом деле, мне кажется, циркуль был самый вкусный. Хочешь попробовать? Потому что чай готовишь для шоколад. Да. Да. А нет. Да в смысле? А неча. Неча? Вот иди и рисуй. Так, кто выбирает? Я уже запуталась. Можно хоть по весу первый раз? Да не поможет тебе это. Как поможет? Ведь чего, понятно? Хватит. Это тяжелее. Так и какую ты выбираешь? Вот эту маленькую. Окей, я большую тогда. Раз. Два. Три. Тут какой-то получился диссонанс. Калькуляторы немножко не смахивают друг на друга. Но это не мешает быть шоколадному шоколадным и вкусным. А обычной канцелярии... Обычной канцелярии. Самое смешное, что здесь ни капли постановы. Милана реально ни разу... За весь ролик еще не получила сладость. Как так, Милана? Как ты умудряешься выбрать исключительно канцелярию? Да папа мне и подсказывает. Ты мне подсказываешь. Ай, мой палец. На, можешь потыкать пока калькулятор. У тебя есть новый калькулятор. Блин, чего это? А у меня ты так жадничаешь, что ли? Шоколадку верните. Беременной бедной женщине. Это молочное. Это мое. Вот так мама осталась без сладкого. Мое! Вкусно? Вот так вот, все довольны, когда папа угодил дай, всем. Когда у тебя нет помады, а есть шоколадка. Ты похожа на панду. Да? Не накрасила губы? А не первый раз Джокера. А теперь иди в зеркало посмотри. Майк, а ты ее облизать решил? Да ну, уйди отсюда. Все, веди его. Мама тебя любит. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Любовь не взаимна сегодня, нет. Идите туда куда-нибудь. Ну вот и все. У меня теперь есть канцелярия. А у меня с чем попить чай. Поэтому, собственно, все рады тому, что у них есть. Ты даже не поделишься. Нет. Да в смысле, мам? Кого я спрашиваю? Дай мне шоколадку. Все, все. Я с тобой делилась, когда ты просила. Иди уроки делай. Мама, ну что это за такое, блин? Ну что? Такая сладкая.